Караганды – большой хоккейный праздник. Местная ледовая дружина одержала 4-ю победу над тюменским «Рубином» и стала обладателем «Братины». В истории высшей хоккейной лиги России СРРК – первая иностранная команда, которая выиграла этот трофей. Такого шума в ледовом дворце «Караганда-арена» не было еще. Взрыв радости, эмоций, восхищения. СРРК – чемпион высшей хоккейной лиги России. Под руководством Душана Грегора команда выбралась со дна турнирной таблицы ВХЛ. Одержала 12 побед подряд и выиграла плей-офф. В итоге, сенсационно обыграв в финале «Рубин», стала чемпионом второго по значимости хоккейного турнира в СНГ. Такого не ожидал никто. Многие говорили о том, что казахстанскому клубу не дадут стать чемпионом в российской лиге. Но матч завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев льда. По мнению болельщиков, судьи в этот вечер отработали профессионально и непредвзято. После официальной части награждения празднования продолжились в раздевалке. Хоккеисты отпили из победного трофея шампанское. Нас верили, столько много людей все равно ходило на хоккей. Конечно, было тяжело, но ничего страшного, все боролись, старались. Выходили из ямы, все спасибо большое, огромное просто.